На 2019 год на Калининской атомной станции запланировано проведение миссии МАГАТЭ-АСАРТ, проверки на соответствие нормам и стандартам этой организации, а также лучшим мировым практикам в области эксплуатационной безопасности предприятия. Прошедший в декабре на Калининской АЭС семинар – очередное важное мероприятие в рамках подготовки к миссии АСАРТ. Семинар для специалистов Калининской атомной станции по теме «Радиационная защита» был организован в рамках совместного проекта МАГАТЭ и концерна «Росэнергоатом» «Консультативная поддержка в области эксплуатационной безопасности». Цели и задачи семинара включили поиск и выявление недостатков и несоответствий между практикой, существующей на КАЭС, и стандартами МАГАТЭ, а также подготовку персонала к миссии АСАРТ. На стартовом совещании эксперта МАГАТЭ Анджея Квасничка поприветствовал директор Калининская АЭС Виктор Игнатов. Для нас вообще предстоящая в полном объеме проверка комиссии МАГАТЭ значительное событие. Мы однозначно считаем, что сделаем большой шаг вперед в части безопасной эксплуатации станции. Мы отлично понимаем, что атомная энергетика существует, пока она безопасна. И что внимание всего сообщества к любой станции, оно всегда направлено, независимо на каком континенте эта станция находится. И, уважаемый господин Квасничко, то, что вы начнете проверять по радиационной безопасности, для нас это тоже в целом по работе дает определенное толчок и направление. Руководитель коллектива атомной станции подчеркнул, что опыт, которым делятся иностранные коллеги, позволит станции качественно подготовиться к миссии АСАРТ и еще более укрепить эксплуатационную безопасность, которая для Калининской АЭС является приоритетом. В ходе работы семинара Анджей Квасничко посетил ряд объектов, цехов и лабораторий Калининской АЭС, встретился с персоналом станции. Основными формами работы стали наблюдение, интервью, обсуждение, анализ документов, действующих на КАЭС, по направлению радиационная защита. Мне очень понравилась открытая атмосфера, существующая во время моего пребывания здесь. Конечно, мы обнаружили некоторые недостатки в плане выполнения процедур, но я не увидел каких-либо крупных или серьезных нарушений в плане несоответствия стандартам МАГАТЭ. Группу анализа эксплуатационной безопасности МАГАТЭ «Миссию АСАРТ» уже принимали ряд станций концерна «Росэнергоатом». Непосредственно на Калининской АЭС такая проверка, запланированная на 2019 год, пройдет впервые. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС.